Футбольный Енисей лишился главного тренера. Марий Тетрадзе заявил об отставке на пресс-конференции после домашней игры с Тосно. Наставник провел у руля команды всего полгода. Наша съемочная группа побывала на злополучном матче. Начало поединка для Енисея было обнадеживающим. Уже на 4-й минуте Егор Иванов ювелирным ударом открыл счет. Но на этом успехи Енисея закончились. Еще через 4 минуты полузащитник гостей Астафьев мощно и точно пробил с лета из-за пределов штрафной. В первом тайме гости могли забить еще пару голов, но спасал вратарь Енисея. Однако спасти команду от двух выстрелов с пенальти и он не смог. Судья дважды указал на точку. С первым ударом вратарь красноярцев не справился, со вторым совладал. До конца поединка Енисей не только не отыгрался, но и пропустил. В итоге поражение 1-3. Эта неудача стала третьей к ряду. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Енисея Амари Тетрадзе сделал неожиданное заявление. К сожалению, столько времени уделяли обороне с первого дня, с подготовительного периода. И одни и те же ошибки, которые допускаем, приводят к голу. Поэтому после этого поражения я и в раздевалке ребятам сказал, что я принял решение такое, что... По словам тренера, он еще никогда в карьере не проигрывал 3 поединка подряд. Енисей Тетрадзе возглавил всего 5 месяцев назад. За это время команда провела 14 поединков, одержала 7 побед, 3 матча свела в ничью и 4-жды уступила. Но после этого поединка стало понятно, что цель, которую Тетрадзе ставил перед подопечными, а именно борьба за место в четверке и выход в премьер-лигу, уже практически недостижима. Команда сейчас на 11-м месте. Георгий Аргиян, Дмитрий Комаров, 7-й канал.